Всем привет! Мы продолжаем колесить по нашей области. И город, который победил в голосовании в нашей группе ВК, это Мамоново. И вот чудо! Мы здесь! Это проект ОК Гурьевск. Погнали! Можно с тобой немножко пообщаться? Я опаздываю. Почему? Куда опаздываешь? Куда можно опаздывать Мамоново? Просто ответь на один вопрос. К человеку. Здесь есть еще люди? Да. Что можешь сказать про этот город? В принципе, он очень уютный. Не уехала бы вообще ни при каких условиях? Уехала бы? Да. Куда уехала бы? Ну, там, наверное, где больше возможностей. То есть в любом месте, да, в принципе? Нет. Наверное, Санкт-Петербург или Москву. Да я опаздываю, извини. Ну, давай чуть-чуть идти тогда. Где в Мамоново вообще молодежи можно? Куда-то сходить, какие-то места есть прикольные? Ну... Я понял. А где твои друзья? У тебя же друзья должны быть здесь, Мамоново? Я просто сейчас к ним иду, понимаете? Ты сказала, что идешь к человеку, у тебя один друг. Ты сам из Мамоново? Да. Что можешь сказать про этот город? Город нравится, конечно, но... Но? Всегда есть какое-то но? Но не нравится, нравится. Да? Нет. Куда можно сходить здесь? Какие-то места есть прикольные для молодежи? Ты же молодежь. Бар Нью-Йорк. Свой Нью-Йорк, Мамоново. Там ходят афроамериканцы такие, гангстеры? Пока что еще не встречал. Давай какую-нибудь самую смешную историю, которая была в Нью-Йорке у тебя. Встретили одного человека в Нью-Йорке, он взял мою куртку и уехал в Калининград. Сейчас фоторобот его составим и найдем его. Большая просьба, если вы видите мужика... В куртке? В куртке синей, ветровки, 1.80 м, сообщите мне, пожалуйста. Ты запомнил его рост? Да. Был с бородой. С бородой. Большая была? Большая, да, довольно-таки. В белой рубашке. В белой рубашке. А как ты заметил, если он был в куртке? Имя не помнишь его, да? Имя Артур. Клубы ходите здесь? Один раз был. И что, как не понравилось, один, да? Так. Куртку так спиздили. А что можно сказать про этот город? Сами мы не местные. Да, местные. Город достаточно... Что, вы сдали быстро? Да, живет просто человек в настоящее время. Подожди, я тебе не рассказываю. А вы откуда вообще приехали? Мы с Калининграда приехали. Зачем? Мы ездим по городам нашей области, снимаем. Что такое? Кого? Что-то подозреваете нас в чем-то? Да. А в чем? Вот вы сейчас гуляете? Или вы вот просто тоже на месте стоите? Мы хотели в музей сходить. Выбираем, идти в музей или идти просто напиться, вы понимаете? Давайте выделим плюсы сходить в музей. Какой плюс главный? Музей закрыт. А все, по-моему, выбор уже сделан. Вам просто нужен был повод, типа, выбрать. Давайте, ну, чтобы не напиться, давай в музей. Это шутка. А, это шутка? Конечно. Да. Блин, а мы поверили почти вам уже. Очень классно. Мы поверили. Что можешь рассказать про город? Ну, обычная деревня еще. В Википедии показывают, что это город. Нет, или это деревня? По населению уже 8 тысяч там. Всех 8 тысяч знаешь? Ну, почти всех. Ну, давай перечислим хотя бы кого-нибудь. Ну, Паш Ситаренко, Миша Ремпель, Егор Юстус. Угу. Еще? Ты только троих назвал. Ну, Влад Маринин, Влад Юстус, Витя Галкин. Хватит уже еще. Давай хотя бы до сотки дойдем. Ангелина Маринина, Женя Андронов, Марк Гранкин. Илья Леухин. О. Илья Шповас. Что ты про Илюху-то забыл? Юра Тормоско. Егор Ситник. И мой батя Олег Стасов. Батю хотя бы, про батю-то нельзя забывать. Как Мамонова нужно завлечь девушку, как-то заинтересовать ее? Одежду купил, все, хватит. Она такая, ты видишь, такое что-то по улице без одежды идет. Ты такой, блин, дай-ка одежду куплю. Где ты работаешь или пока вот только учишься? Не, ну у меня сейчас третий курс. Ну как только начнешь зарабатывать нормально бабла, ты кинешь, да, наверное, свою девушку? Да, нет. Ну типа, блин. Не девушку, ты... а город кину. А к какому вообще району Польши относится Мамонова? Район помнишь? Польши? Угу. Не знаю даже. А, Гданьск вроде. Мы увидели, у тебя гитара сзади или у тебя просто чехол там? Укулель, блин. Да. Там просто ружье, да, носишь? Да. Город опасный? Да, я участник группы. Да, как называется группа? Механика группа называется. А что играете? Какой стиль? Хэви-метал. Рок в Мамоново есть? Да, конечно. Вы даете рок в этой дыре, да? Присутствует, обязательно. Прямо сейчас придумаем какую-нибудь песню. Ну, прямо сейчас пару строчек про Мамоново. Мамоново – это город... Даже не знаю. Мамоново – это город... Завязывай, брат. Ну, давай, слово. Мамоново – это город чего? Вот и приставучий. Мамоново – это город... Чудес. И уходи. Ты должен уйти. Давайте. Ты должен чудесно исчезнуть. Этот город – самый лучший город. Чудес.
возле домов, посмотрите, окурками вот там вот идешь, центральная дорога, вот где это вот. Ага. Все окурками закидано. Это как? Мужики, что делаете? Что песочек-то воруете, мамоновский? Вы его привезли и сейчас забираете? Типа посмотрели в Мамоново и хорош, типа, да? Куда увозите песок, чтобы хотя бы люди-то знали, что дальше-то с этим песком? Я знаю, что местный, что ли, братан. Так да. И что, вам сказали, короче, приходите, забирайте песочки, увозите? Да я откуда знаю? Ну, здесь дети хоть поиграли бы. Я работаю просто. Ну, оставьте хоть чуть-чуть, ну, по-человечески чисто. Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, да, давай вот горочку сейчас. Вот лопаткой чуть оставим для детей. Оставлю для детей, братан. Для детей, пожалуйста, для мамы. Как тебя зовут? Должны люди знать героя. Не скажу, как меня. Все, оставишь, да, договорились? Чуть-чуть. Все, для мамоновских детей. Чуть-чуть песочка оставим. Надо написать. Штраф 1000-2000, чтобы они собирали и не бросали вот эти бутылки. Нифига у тебя тачка вообще мощная. Таз валит? Нормально все с ним? Конечно. А что, подруга там как? Нормально? Бодрая? Чего ты говоришь? Где именно на ютубе искать? Окей, Гуриск. Все, я поняла. Что, посмотрите себя там обязательно? Ну ты себя хрен посмотришь, потому что ты даже не пообщалась с нами. У тебя вот так вот будет просто черный экран вот такой вот просто будет. Мы можем тебе здесь лицо твое нарисовать. Все, езжай давай. Все, скучно с тобой, езжай. Вот магазин, семья, вот зайдите по ту сторону. И вы посмотрите, что там накидано. Да. Как вам город вообще? Что можно сказать про город? Нормально. Куда можно сходить здесь? Исторические места тоже есть. Какие исторические места есть? Вот, видите, домов, все. Нормально. А просто идти так на дома смотреть? Да, да. Еще что можно сделать здесь? Поработать и все. Вы в курсе, что вы единственный, кто работает в Мамоново? Не знаю, все нормально. Этот город самый нормальный город. Чудес. Они видят, с какого балкона кто курит. Подходите, штраф с них, и они тогда прекратят. Все, спасибо. Вы первые люди, которые улыбаются на улицах Мамоново. Ну да, я здесь с самого рождения живу, много мест интересных. Ну давай, вот ты сама сейчас загнала себя в тупик. Давай, какие здесь места есть прикольные? Оля, давай ты. Историю, знаете, как раньше назывался Мамоново, помните? Халимбаль. Сколько цифр слой Мамоново? 8. Да. 8? Да. Это увереннее. А чего вы стесняетесь-то? Все нормально. Польша рядом находится, знаете, приграничная зона. Конечно. К какому району Польши относится Мамоново? Примерно. Жупаново, туда где-то, да? Жупаново разве? Можно еще раз вопрос? К какому району Польши относится Мамоново? Районы Польши, Бронёво, район. Получается, Мамоново относится к району Польши, Бронёво. Понятно, географически, да? Согласна? Да. Можно спросить? Да. Вы с какого телеканала? Думаешь, мы телеканал? Окей, Гуриск называется проект. Можете загуглить, посмотреть потом хорошо, себя. Спасибо. И показать учительнице обязательно, чтобы она посмотрела, что вот молодцы, и все, им надо 5 поставить. К учительнице географии подойти, мне кажется. Подойти к учительнице географии, попросить позаниматься еще дополнительно, судя по всему, да? Мы первый раз, короче, в городе. Ты сам из Мамоново? Конечно. Вот что можно рассказать про этот город? Ну а что, Мамоново самый офигительный город. Здесь все есть. Девочки тут тоже очень хорошие, как бы... Мало их здесь красивых или как? Или... Не, ну есть как бы такой небольшой выбор, как бы... Какая вот она, Багратион, мамоновская девушка? Вот какая она? Так... Красивая, симпатичная, как бы... Ну просто девушка. У тебя есть сама девушка? Ну еще все нормально. Где Мамоново можно покайфовать? Вот, а-ля площадь, вот он, бар Нью-Йорк. Часто бываешь там? Конечно. Ну как там музыка вообще? Музыка там вообще шляпа вообще, полная. Шляпа, да, серьезно? А какие-то диджеи там из Москвы никто не... Нет, могу так просто сделать тебе. Мы можем потом подрисовать. Давай мы тебе потом огонь подрисуем так, типа мы тебе так. Ну нет. Все. Как танцуешь? Вот какие-то движения есть у тебя? Прям фирменные движения. Ну конечно есть, как бы они у тебя тоже самое есть. Покажи, просто мне неинтересно, как... Я не буду ничего показать. Ну как люди из Мамоново танцуют, блин? Да блин. Блин, это же интересно. Ну пизду, давай. А не, ну ты че? Скажи хотя бы пока зрителям нашим. Все, давай, окей, Google. Пацаны, здорово! Здравствуйте. Как у вас дела? Отлично. Че вы так в кругу встали? Че делаете? Разговариваю. Ну куда можно сходить? Вообще какие-то места погулять, потусить? Никуда. Серьезно? Вы поэтому здесь и стоите? Вот такая. Да. Потом, блин, пойдем в другом месте, постоим, переходим, там также в кругу стоите. Вообще на резинку можно сходить здесь. Играете там? Нет, сами футболисты? Ну я да, я да. Мы боксеры. Ты боксер, да? То есть если что в драке, то он тебя взрючит, да? Я и боксер, и футболист. То есть ты можешь ударить не только рукой, но и ногами, да? Да. И убежать. Ну футболисты у нас бегают, знаешь, как бы так себе. Есть стереотип, что спортсмены такие, да, немножко туповатые. Давайте развеем этот
развеять стереотип, что на самом деле пацаны умные? Есть. Так и есть, да? Не получится развеять миф. К какому району Польши относится Романово? Блин, а ты по-любому знаешь, видишь, по тебе же знаешь. Да не знаю. Ну окей, давайте. Какой? Правдинский. Правдинский район Польши? По-моему, да. Сами в будущем вообще свалите отсюда? Ну, если будет возможность. Да. Закончим на этом. На самом грустном, на расставании, каждый скажет, куда он свалит. Не знаю, Великий Новгород, наверное. Великий Новгород, ты? Москва. Москва. Калининград. Ну, тут смотри, какой он. Он реалист, так? Москва. Москва. Великий Новгород. Все, у вас только три варианта, да, есть? Вы только три города знаете просто. Классный город? Нет. Серьезно, вообще нет? А что вы тогда делаете? Не-не-не-не-не, в Калининграде не интересно Мамоново. Нам интересно Мамоново. Мамоново очень интересный город, по-моему, нет? Давайте я скажу, где в Калининграде посидеть. Давай. Забыла. Про пацанов, давай что-нибудь поговорим про пацанов. Все, ну ходите, обращайте внимание на мальчик. Хорош? Козлы все? Мамоново козлы? Да везде козлы. Не-не-не, Мамоново конкретно меня интересует. Мамоново козлы, особенно один. Можно скажу? Давай поменяй ему имя и фамилию. Петр Васечкин. Петр Васечкин, ну ты козел, конечно. Вы сами говорите, Мамонову нечем заняться. Значит, вы зачем-то вышли специально. Чтобы вы нас сняли. Что тут в этом баллончике? Вот такой у меня вопрос. Я уже начинаю из пальца высасывать диалог. Краску. Мы обувь красим. Обувь красите? На халяву нашли, плюс 50 миллилитров подарок. У меня частичка Мамонова на туфлях. Все. Сотка? Все? Сотка, серьезно? Держи, это твоя сотка. Спасибо. Зашибись, мы пришли к вам. Пойдем где-нибудь зарабатывать деньги эти. Здрасте. А вы не хотите обувь себе почистить? Вот мне только что почистили обувь там девочки. Нет, нет. 100 рублей всего лишь стоит. У меня с собой денег. Я серьезно, 100 рублей всего лишь. У меня денег. Девчонки, сделайте, ну бесплатно. Не, спасибо. Все? Спасибо, да. Но если что, если вдруг понадобится, вы знаете, куда идти. Город Мамоново. Спортивный город? Очень. Что очень. Играете? Баскетбол. Футбольным мячом. Футбольным мячом баскетбол играете? Да. Пацаны, смотрите, какое скоро будет событие крутое спортивное в России? Чемпионат мира. Короче, есть идея прямо сейчас снять крутой клип жителей Мамоново на чемпионат мира по футболу. И закончить наш выпуск хотелось бы в парке на аллее, где оставили свой след в истории Мамоново известные люди. И мы очень хотим, чтобы здесь, в Мамоново, про нас тоже не забывали. И прямо сейчас мы оставим свой след в истории. Не клеится. Ладно, мы пытались. Это проект «Окей, Гурец». Пока.